Всех приветствую. Один мой родственник нашел в интернете видео, как сделать зеркало с подсветкой. И решил сделать подарок своей родственнице. Купил всяких разных материалов. Привез это все ко мне домой. И говорит: папка, помоги. А сам уехал. Значит, вот что у меня получилось. Вот такая рама. Дерево какое-то непонятное. Я с таким деревом не работал никогда. Отрезал не очень красиво. Швы замазал эпоксидной смолой. Значит, эпоксидка имеет свойство вытекать. Чтобы этого не случилось, я в швы натолкал немножко ваты. Вата удерживает эпоксидную смолу, не дает ей вытекать. А вот здесь получился совсем никудышний шов. Здесь были небольшие вмятины, тоже дал немножко эпоксида. Все это сошлифуется. С обратной стороны получилось у нас вот что. Вот такие брусочки. Брусочки сосновые. Прикрутил саморезами. Теперь нужно тянуть их между собой, чтобы здесь вот эти стыки не разошлись. И здесь. Следующий. Немножко зашлифуем. Еще придется, очевидно, шпаклевать. Также и здесь. Также и здесь. Теперь сверлим отверстие под коронку. Теперь короночкой, но сначала проверим на деревяшечке. Теперь можно сверлить раму.
Патрончики я установил, посадил на эпоксид. Монтаж сделал. Сделал немножко через задницу. Нужно было бы, конечно, сначала покрасить, а потом устанавливать патрончики. Но у нас не получается по времени. Сейчас уже вечер. Эпоксид застынет до завтра. Утром еще раз немножко шлифану и покрашу. Тогда можно будет вставить зеркало. Раму я покрасил сегодня утром. Сегодня 7 марта. Нужно успеть до завтра. Тут, походу, еще нужно поставить вот такой выключатель. Сейчас мы быстренько сделаем отверстие. Это у нас сверло-фреза. Оно же сверлит, оно же и фрезерует. Нужно немножечко подправить. Сделаем это напильничком. О, красота. Теперь подпаяем проводочки. Это один, и вот это второй. Сюда натянем термоусадочку и на этот проводочек. Вот так немножечко усадим. Так и вот так. Замечательно. Теперь вставим зеркало. Вот так. Теперь нужно зеркало закрепить. Сделаю с помощью саморезиков и вот таких пластиковых шайбочек. Следующее. Теперь закрутим гаечки, вкрутим лампочки и проверим, как оно работает. И работает ли вообще. И последнее. Включим? Или может не надо? Я полно глаза слепить будет.
Глаза будут слепить? Ну, значит, будут слепить глаза. Значит, так ему надо. Мы свое дело сделали, да? Как-то так. Всем спасибо. Ставьте пальцы и всем пока.